Шалом, дорогие друзья, шалом, дорогие хаварим. Мы очень рады опять обратиться к вам и сказать, что 15-го Тишре у нас начинается Суккот. Праздник Кущ, праздник нашей радости. И даже Ишуа сказал. Он сказал, радуйтесь, еще раз говорю вам, радуйтесь. Поэтому Новый Завет подтверждает нам заповедь о радости. И радость наша всеобщая, во всей Украине должна быть одной. Бог победит. Он даст нам победу против нашего врага, против зла. И начнем мы это в этот праздник. Начнем в Суккот радоваться, веселиться, потому что Бог наш покров. И если мы с Ним, кто может быть против нас? И мы поздравляем вас с этим великим праздником. Поздравление пускай будет просто обильным для каждого из вас. Радуйтесь празднику Суккот.